Всех приветствую, продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипиях. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала «Всемирная иллюстрация», Санкт-Петербург, 1893 год. Неравная борьба. Мраморная группа Годепского. Киприан Савельич Годепский, один из наших талантливейших скульпторов, выставлял свои произведения в Академии художеств с 1870 года. Многие из его произведений, как, например, «Мраморный женский бюст», «Бюст Россини», «Дитя с козленком», обратили на него внимание у нас и в Западной Европе. Одно из последних его произведений «Мраморная группа «Неравная борьба» представляет довольно сложное скульптурное произведение, в котором значительный талант Годепского нашел возможность вполне отразиться. Годепский изобразил нам двух борцов в античном стиле, из которых один, нечто вроде Геркулеса, побеждает другого. Он его схватил обеими руками за туловище и приподнял. Вся фигура этого Геркулеса полна необычайной силы и энергии. Другой борец, побежденный, приподняв руку к небу, выразил на лице своем величайшее физическое страдание. Так сильно и могуче первый сжал его в своих железных объятиях. Движение, энергия, прекрасные, почти античные формы – вот особенности этой группы, которая ставит Годепского наряду с лучшими современными скульпторами. Ну, вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания.